Саратовскую «Ласточку» поставили на рельсы. Новый скоростной электропоезд с таким названием совершил пробную поездку из Самары в Саратов. «Ласточка» проследовала через станции Чапаевск, Сызрань, Громово, Возрождение, Сенная. 5 вагонов экспресса оснащены кондиционерами, мягкими креслами и раскладными столиками. Видео из каждого вагона выводится на пульт машиниста. Состав может вместить 350 пассажиров. Поезд адаптирован к работе в условиях экстремальных температур от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию. Максимальная скорость, которую может развить «Ласточка» – 160 км в час. Данный поезд представляет себя один из 54 поездов, построенных немецкой компанией «Siemens» для российских железных дорог. Из них 45 поездов использовались в период проведения зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Реально можно доехать из Самары до Саратова этим электропоездом даже не за 5-30 часов, как сейчас заложено расписанием, а можно доехать намного быстрее, около 5 часов. Если мы это все у нас сойдется, и это мы докажем, что эта услуга будет востребована, то тогда мы, конечно, запустим этот электропоезд. Между тем рассматриваются и другие варианты сообщения Саратова с Самарой. К примеру, это маршрут поезда через Вольск, Балаково, Пугачев, Ивантеевку.